Вот это волны! С ног сбивает! Ага. Ты не побоишься в такое море идти? Мама, я закупаю! Давай, давай! Алена пойдет с Лёвой купаться? Прыгай на волну, Лёва! Лёва наш, как креветка, выбрасывается на берег. Лёвушка, я здесь рядом, плавай. А вон папа. Вон он. Лёва, смотри! Где? Вот он! Убегаешь, Алена? Что, Аленушка? Хочешь плыть? Нет. Лёва подпрыгивает на волне. Ручкой машет нас Лёва. Папа плавает с Лёвой. Хочешь к нему на кружочке? А? На кружочке к нему пойдем? Хорошо, ты возьми сейчас на ручки.
Ну что, кукушка, выбросилась на берег? Понравилось? Какие волны были? Волны какие были, мама спрашивает. Красивые? Лёлочка, волны понравились? Да. Какие были волны? Размером большие. Что? С собаку? Или с холодильник? Или с дом? С дом. Размером с дом такие волны огромные. Ага. Вот это здорово. Да. Давай, Алёна, тоже укроем? Давай. А тебе кто нужен? А, вот они. Ну все, я пошла. Всем пока. Пока. Встретимся. Завтра? Пока. Давай. Света, только, пожалуйста, возле берега не падай. Возле берега не падай, чтобы тебе кожу не сняло. Мама добралась до волны. Далеко залезла мама. Алена, ты танцуешь? А что у тебя за танец, Алена? А как твой танец называется, скажи? Чикурику? Танцуй давай чебуреку свою. Посолила? Молодец.
Сегодня шторм 3 балла. Местные погранцы сказали. Пляж стал короче в 2 раза. Уже точнее. Наша русалка мама там прыгает, ныряет попой кверху. Вот идет волна, то что мама ждала. Папа потом заклеит полотенечко. Я потом заклею. Лёва, отпусти полотенце, Лёва! Всё, ты порвала кружок. А зачем? Лёва, сынок, расправься, согреешься и так. Была волна. О! Слышишь? Гром! Гром! Сколько времени прошло? А я не видел молнии. Молния была там. А. Я просто хочу сказать, времени сколько прошло, это, я не знаю, наверное, километров 50 от нас молния выпадала. Крыму! Пускай, да? Нет, там же сколько? 1 секунда 3 километра, если я не ошибаюсь. Ну, мы в детстве считали так, типа, 1 секунда, 1 километр, типа до 10-10 километров. Это мне с этим же Андреем тоже пообщался. Да. Ну, то есть, наш чувак опытный, бывший военный, в мореходке преподает. Я все думал, как, не знаешь, вот растущая, спадающая, как, луна. Он такой, говорит, вот у тебя есть луна. А, ну да. Если R растущая, если R не получается, значит спадает. Ну да. Прикольно. R это так просто все. О, теперь смотрю, помню, точнее. Ага. Или оно ты знаешь, что подходится, в чужих руках и R больше. Пока ты не там, то они кажутся большими. О, все, маму начало кидать. Главное, чтобы она это... От песок не с бока тебе соскребла. Я ей говорю, вставай, на берег не выпадай, порвет. Поднимается, коса идет. Ага. Да-да-да, белая полоса. Да нет, у меня волна. А, ты имеешь в виду молнии? Нет, а тут фиг поймешь, такая волна. Прикинь, он там кран стоит. Так часто здесь смотрю на щеку. Стопудово. Наверное,
такие моменты. Такие моменты на рейде стоять вообще стрёмно. Такое у нас видео есть там, где на корабле, я говорил, где-то там в России, с Японии везли бывшие автомобили, даже со шторм, так автомобиль один за другим в море смывает. Да, мы заметили. А слышала гром? А молнию видела? Вон это, и там, да, дождь валит. Я чувствовала вот там такие вот ракушки, но я не смогла ни одну достать. А то чуть-чуть я поехала, но меня накрыла, я ее потеряла. И меня унесло чуть-чуть такое место. Купить. Лишь на украинский. Здесь кончилось мороженое, мы все съели, моя дорогая. Но мы купим, купим. Хочешь, в Одессе купим? Мы сейчас в Одессу едем. В магазине, едем. В магазине. Да, мы едем в Одессу, купим вам там игрушки какие-то на память. О том, что вы были на море. Ой, смотри, папа, волна у него. Вон, папу уносит. Смотри скорее. Идем с мамой смотреть. Вон он, папа. Не бойся, он сейчас приплывет назад, мы на электричку вместе пойдем. Нет, я записываюсь. Плавать? А, хорошо, сейчас позову. Плавать? Мама. Хорошо, сейчас позову. Не хочешь плавать? Тебя заберет. Скорее готовься, где твой кружок? Беги к папе! Выбежал из моря кит и Алене говорит, оно поплыли со мной. Она хочет с тобой плавать. Наша Алена с папой плавает. Где-то волна, которая их накроет. Опа, катается. Вот она, та волна. Аленушку с головой накрыла.
И еще догоняет. Вы рано ушли, только все началось. Все, хватит. Все? Да. Хватит. И что все было? Что было? И все. И все. Да. Беги скорее. Вот. Ногами передвинула. Передвинула вверх ногами. Беги еще разочек. Скорее, пока электричка не приехала за нами. Волна. Купались, а мы купались, и как начался дождик, угу. Да как побежали, да. все, и пляж совсем пустой стал. Ну все, сейчас будем ужинать и на электричку пойдем. Лева, ноги чистые? Да. Маме помоешь? Да. Сейчас оденусь. А, сначала ты оденешься, а ты маму потом поможет. Мокрая кукуся пришла с моря, да? Хорошо. Готов? Хватит. Это сильно чистая буду. Спасибо, все достаточно. Спасибо, Лева. Аленушка, ты уже чистая? Пяточку помой ребенку красивую. И где еще пяточка? Еще надо помыть пяточку. О, теперь пяточки чистые. Можно ехать в поезде с такими пяточками, да? Одевать сухие трусики. Аленушка, такие пяточки подойдут? Иди одевать сухие труселя. Ля-ля-ля, ля-ля-ля.